Небесный, рождение, Бог Господь, рождение, поем тропарь в крови, конечно, все покров идет, крову Урюпинской, Поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. По обычаю мы воскресный день служим здесь молебен и акафист Урюпинской иконы Божией Матери. Но у нас сегодня особенное так событие, потому что воскресный день у нас предварял у нас праздник, да, Покрова Пресвятой Богородицы. И естественно, что мы в воскресенье вечером мы не смогли здесь совершить молебное пение. Но у нас такая традиция, конечно, завершать наши молебны, которые мы здесь совершаем в теплое время года, начиная с весны, как только можно сюда проехать, пройти, да, вот убираемся здесь и до того, как начинается холода. Но если, отец Андрей, если у нас погода будет позволять, да, эти дни вот, в октябре, в ноябре будет тепло, конечно, мы будем приезжать, да, Будем смотреть по, как говорится, по погодным условиям. Вот. Но я благодарю, что мы вот прожили этот год так с вами, да, милостью Божией. Господь нам дал очень много радостей в этом году, и много испытаний еще дает, и даст будет много испытаний и в нашей жизни, в личной, и в церковной жизни, и в жизни прихода Покровского, и общины Покровской, и здесь вот устроение. Но самое главное, радость наша в том, что здесь наконец-то у нас произошло чудо, и вновь появилась именно вода, которую мы так все долго с вами ждали. И начали вручную что-то рыть, потом и бурили. Но как-то это все наши были такие человеческие потуги. Но мы в это время же мы с вами не забывали всегда с молитвой обращаться к Пресвятой Богородице. И, конечно, она желала, чтобы, наверное, чтобы нас как можно больше было обращало, да? Чтобы мы это место больше облагораживали. Можем пользоваться этим источником, который много лет наши с вами предшественники, ваши предки, да, родители, туда бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки сюда ходили, воду набирали. Вот. Слава Богу, что и вот представьте, вот не видим, они сейчас здесь стоят. Да? Вот, если мы закроем глаза и просто и так представим себе, сколько здесь сейчас людей невидимо стоит. Девочки, я говорю, матушке Георгий, матушка, смотрите, сколько у вас может быть сестер? 350. Ну это, конечно, дай Бог, чтобы какая-то часть, хоть 10, хоть 1% из этих девиц пришел в эту обитель. Но мы с вами живем верой, живем с вами надеждой. Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, за сегодняшний день, за прекрасную погоду, теплее, чем даже летом бывало, да? Сегодня такой день замечательный. Так что Пресвятая Богородица, помогай нам. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истинных, и жизнь Благодарю тебя, Богородица, и мир, и мир, и мир.
веков. Аминь. Небесного круга верхотворчий Господи, и церкви жителю, ты меня утверди, люби мои, желание грех, утверждение, единый человек. Радуйся, славы и чудес твоих верных, разум озарившая, радуйся, скорбь нашу в радость притворяющая, радуйся, немощи наши душевные, телесные врачующая, радуйся, премилосердный, утешительница всех скорбящих и обремененных, радуйся, неусыпная наставница всех заблудших и ослепленных, радуйся, славы и чудес твоих верных, разум озаряющая, радуйся, сумнящихся, известное утверждение, радуйся, похвалу Урюпинская града нашего держава и украшение. Радуйся, похвалу Урюпинская града нашего державы и украшение. Благодарим Богородительницу в защищении людей, скорбящих и погибающих, болящих исцеляху, все знамения и чудеса бывах у всем, прибегающих к образу Твоему завеем. Радуйся, чудесы шествием иконы Твои знаменовавшая, радуйся, многие немощные исцелившие, радуйся, воздыхание скорби наше не отвергающее, радуйся, недостойные нашим молитвы приемлющие, радуйся, яко смиренным мольбам рабом Ты мнемлющая, радуйся, яко иконы Твои от всяких бед нас ограждающая, радуйся, яко Твои козни вражи разрушающие, радуйся, в час скорби люди укрепляя, радуйся, похвалу Урюпинская града наша. Радуйся, похвалу Урюпинская, града нашего державы и украшения. Имея любовь и люблюдем, искупленным кровью Сына Твоего Бога, Владычица Всеблагая, от пречистой Твоей иконы, Токи чудес источились и верным Ты чистая, не презри и нас, благая Владычице, вопиющих Ти. Радуйся, милости, сокровище многоценное, радуйся, ею же лекарствуется множество верных, радуйся, верующий нашей, залог вечного спасения, радуйся, похвала Урюпинская, града нашего державы и украшение. Радуйся, похвала Урюпинская, града нашего державы и украшение. Поклоняемся и чествуем, и от желаний сердца глаголем. Радуйся, скорбящих радости и обидимое выступление. Радуйся печальных утешений и бедствующих помощи. Радуйся вдовице сиры, благосердная попечительница. Радуйся старцев благоговейных, сладкое успокоение. Радуйся кающихся грешников, верная споручница. Радуйся любовь к Богу в сердцах верных, насаждающая.
радуйся заблудших исправлений юных наставницы, радуйся в явлении иконы Твоя, лучами солнца правды верных осиявшая, радуйся, похвало Урюпинская, гляда нашего державу и украшение. Радуйся, похвало Урюпинская, гляда нашего державу и украшение. Чудесной Богоматери, святые словеса и приемля, приемши Твой святый образ во храм и во время морового поветрия с молебным пением, припадающих Тебе люди Твои, исцеление получившие со слезами взывавшие нам подающая, радуйся теплая ходатайца живущих в ограде Твоем, радуйся всеблагая наша наставница, любовь и нас привлекающая, радуйся хранительница наша от бед и болезней, радуйся за вся благодеяние Твое, благодарению нас научающая. Радуйся, похвало Урюпинская, града нашего державу и украшение. Радуйся, похвало Урюпинская, града нашего державы и милостивая Мати и чудотворной Твоей иконы, ныне обстоящей Твоей Отцем нашим, во спасение явленную с любовью вспоминаем. Да не оставь нас ныне, Владычица Пресвятая, умилосердись и спасибо пьющих Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Стенайся и заступление всем прибегающим с верой к Тебе, Всеблаженный Отроковеца, тем же молим Тебя, заступи по преисподней всех и соблюди всех погибающих от искушения, озлобления и бед, Тебе с любовью взывающие, радуйся столб и девство, радуйся чистота и целомудрие, избранной сосуде, радуйся пламень страстей изменяющий, радуйся мрак искушений прогоняющий, радуйся матери, любовь к нам грешным простирающая, радуйся грешных к покаянию призывающая, радуйся крепкое наше упование, радуйся несомненная наша надежда, радуйся похвала Урюпинская, града нашего держава и украшение. Радуйся похвала Урюпинская, града нашего держава и украшение. Время с верой любовью преклонивши колено вопием. Аллилуйя! Заступница наша, с благоговением мы зрим в божественном храме Твоем. Кто не прибегал к Тебе, Владычица, кто не поклонялся Тебе, прими веру нашу и усердие наше. И, услышав моление к Тебе взывающих, радуйся благодатная всеми добродетелями приукрашенная, радуйся своей благодатью нас не оставляющая, радуйся хранительница нашей заступница, радуйся царица небесе и земли, радуйся. Града нашего щите ограждения, радуйся веры православного утверждения, радуйся сильным твоим заступлением от всех бед нас, избавляющая радость любовь к Богу и ближним нас, воодушевляющая, радуйся похвалу Урюпинская, града нашего держава и украшение. Радуйся похвалу Урюпинская, града нашего держава и и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание дохвалит Господа. Всякое дыхание дохвалит Господа. Господи, слава Тебе. Он мне. В
дни уны восставшим морям, иди в горнее сочанье во град Иудов, и вниди в дом Захарины целовай Лисавет, и бысть, як услыши Лисавет целование Марина, взыграйся в младенец в чреве ия, и исполнися Духа Святый Лисавет, и возопи гласом велим рече, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне, себо яко бысть глаз целования твоего в ушею моею, взыграйся, младенец, радышами в очреве моем, и блаженно веровшее, ко будет совершение, глагола нами от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух моя Бози, спаси моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мне все роди, яко сотвори мне величие и сильное святое имя Его. Прибыль же, Мариам, с нею, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Боже, на слава тебе. Небесного, и Боже, поет твои ангельские, хвалите и превозносите во вся. Боже, наш слава тебе, слава тебе, Боже, наш слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, спаси нас, слава Отцу и Сыну и Святому. Господь, защититель живота моего, от кого страшуся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое, и спаситель мой, кого убоюся. Евреям послание святого апостола Павла чтение. Братия, святая, освящаемые от единого все, и я же ради вины не стыдится братью нарицать и глаголя. Возвещу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, и паки аз буду надейся нань, и паки си аз и дети, я же ими, дал есть Бога, понеже оба дети приобщишься плоти и крови, и той приискренне приобщися. Те же до смерти упразднит имущего державу смерти сирич дьявола, и избавит всех и лица страхом смерти. Святому присущная Троице действу Господу помолимся. Боже, быть его десей, целительней душ и телес, и всякие сопротивные силы отгнательней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, не спослати Господу Бога благословения Иорданова и освятите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. О всех требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся. Господи, помилуй. Все твари содетели, храняй завет Твой и милость Твою, любящим Тебя и соблюдающим повеление Твое. Всех в нуждах умиленно и приемли слезы. Сего бы ради пришелось и в раб безраться. Не приведи ни нас устрашая, но здравие телу истинное подавая. И глаголи, се здрав был, и к тому не согрешая. Но и от брени здравые очи садилось, и умытися повелев. Свету вселитеся сотворилось и словом. Сопротивных страстей волны смущай. И жития сего сланное море иссушай, и тяжелоносных сластей укращай волны. Сам человеку любчи царю.
дабы нам снега светлое одеетесь одежды от воды же и духа, и причастием же воды сия, и окроплению Твое благословение нам не спасли. Скверну страстей омывающе, ей молимся, посети наше блаже немощь, и истри наши недуги, душевные же и телесные, милости Твоей. Молитвами все пречистые, Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силы честнага, животворящей, как Епифана, митрополитов Московской, Филарета, Иннокентия и Макария, святителей Анфима и Серапиона, епископов Саарских, святителей Митрофана, епископа Воронежского, святаго священномученика Николая, пресвитера и же Верхнем Гнутове, преподобный Арсений, гумени обители уст Медведицкия, святого славного великомученика Георгия Победоносца, святого славного великомученика. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жизнь. Исцеление подавайте всем требующим, яко привилегии дарова не сподобшися, от крестно текущего, глаголит Бог вам Господь, яко эти носители на постельске, все дахта власть на духе нечистые, яко же тех изгоните, и целитесь они не дух и всякую язю, тем же в повелении Его добре жительствовавше, ту неприятие подаваете, исцеляющие страсти души телесные. Во Пресвятой Богородице, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся, о ежеха славе Божией, благополучно, беспрепятственно и скоро, благо. Место сему явление иконы Урюпинской Божией Матери. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, епископа Елисея, протоиерея Алексея, протоиерея Виктора, иеромонаха Серафима, Ирея, Виталия, Людмилы, Павла, Марины, Симеон, Ярослава, Юлия, Артемия, Татьяны, Ольги, Анны, Виктор, Романа, Ирины, Екатерина, Алексей, Тамар, Николая, Константина, Ирины, Светланы и всех здесь. Скажи про Итерию, Боже. Спаси нас. О Пресвятая, Преблагословенная Мать Господа нашего, припадаем и поклоняемся Тебе, Пресвятую, чудотворную икону Твоею, воспоминающие дивные явления Твоей, Твою святую град нашу, всю страну нашу православную, и всех притекающих к Тебе с верой и любовью, умиленно прощающих со слезами Твоего заступления, подашь недугущим цельбу и здравие, избави нас от всякой скорби и печали, огради нас от всякой напасти и злых клевет, веру православную до конца дней наших непорочную сохрани, во всех заповедях Господних настави, исподоби нас мирные христианские кончины и доброго ответа на страшном суде Сына Твоего и Бога нашего. Его же умоли за нас материнскими молитвами Твоими, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас по велицеин изречением милости Своей. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Его Духом ныне и присно, и во веки веку. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человека любит. Аминь.
радуйся, радости наша.